Всем привет, итак, будем собирать сегодня подставку для бумаг трехсекционную. Купил я в обычном канцелярском магазине, стоила в районе 680 рублей. До Нового года, я думаю, она подорожает, не знаю на сколько, процентов на 20. Так, будем разбирать эту подставочку. Наклейки даже для бумаг, для... так, workbook. Честно говоря, когда я ее не разбирал, не собирал, не знаю как еще. Ну, по идее, это низ, я так думаю, и как оно все вставляется, тоже не знаю. Так, интересно, а дальше что? Меня терзают сомнения. Угу. На, есть. Также делаем с другой стороны. Вторая есть. Бля, трехсекционная. А я еще можно не той стороной засунуть. Третья есть. Видим, пазы есть. Так, четвертая есть. Угу. Вверх. Это крыша, я так понимаю. И, скорее всего, она тоже в пазы входит. Так, с ней, конечно, чуть-чуть. Блин. О. А, можно еще и проехаться немножко. Переворачиваем. Видим, почти собрано. И получается, значит, это низ. А я думал, это низ. И как мне теперь его собрать? Тогда крышу бакайте. Чуть-чуть выпираем. Вот, да. И попробуем. Ёлки-палки. Так, ну. Попробуем сверху вниз. Что-то я делаю не то, сам не знаю. Ну, тут, я думаю, свои секретики есть, конечно. Сильно не советую включать.
все. Это задвигаем. Это все упираем. Ну и вот получилось три секции для бумаг. И на стол немножечко пыли. Я даже сам не знаю, вроде потерял. Так. Для бумаг и папок. Ну вы приколитесь. Не только для папок. Скорее всего, только для бумаг. Так, это у нас чеки. Чеки хорошо ходят. Смотрите, как будет здесь бумага А4. Так, если стоя, она хорошо так влазит. Если лежа, она не влазит. Это значит, все ставится стоя. И папка должна стоять стоя. Почему она не влазит, я понять не могу. Ну, хотя, нет, не влазит. Странно. Извините, извините за выражение. Можно засунуть, но это будет не то. Но для бумаги, я думаю, нормально. Еще раз смотрим. Все соединено, все нормально. Ну, все подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо.